чтобы хилить лужи, нужна СПД. Попробуй выбирать. Средничок делать надо. Бля, что-то не суммонится никто. Полина, выбирай холипал. Согласна. Будем втроем. Ты, я и Настя Нарсия. Пипец, я сейчас прилетел от босса на первую кату, где делать квест. Оттуда прицелился примерно в ОКХМ и это забыл про него. Пошел кофе наводить. 50 метров ошибся, уперся в башню в какую-то другого здания рядом. Приключения Элдрила. На ОКХМ. Это прикольно. А ты наводился ну, как? Что не пропьешь? Не, он поставил автомобиль. Или как там? По карте. Это, ну я подамажу, да? Трешак там, народ коват. Да. Короче. Ну а трэш, да, два танка, коват, народным. Короче, у нее откат пофиксили. Теперь откат 7 секунд. Ну, да, 6 секунд. Маны жрет она. Че, Энги только АФК? Давайте бить, что ли, трэш, я думаю, не? Стаков нужно 5. Про АФК меня предупредил только Кирс. Прокликайте портал. Класс. Ну да, с танками хочу вам теперь беда будет практически. У меня, по крайней мере, будет беда. Короче, Мятка писал, что у них Ревенер 50 тысяч вчера дала. Не знаю, где, конечно, не 50. Так у него уже фул брюлейт, походу, по-любому. Прокликайте портал, пока не скулили трэш. Ставишь, когда тыкну. Фул дальше. То, что наши умеем, да? 28. Девка сегодня развлекался на грудом магике, обычке. Агро рвал, вот если я с ним ходила. Сколько он давал? Я не смотрела. Не открыт был ТПС. Но то, что он рвал агро и стопал, дает мне знание того, что он не на пул пусты отдавал. Иначе бы он там танчил по КД. Надо идти на сурка и танчить. Я к тому, что да, поскольку он стопал, там все равно толку пытается. Хороший не танк, не хороший не танк. Там писали, что он 30. Вот, не врубай стрим в дискорда. Айзек сегодня ход делать за стрима, заходил в дискорд и его выкидывал постоянно. Потому что сама. Ну, а
Азик, есть что, пиши. Снова будет такой же, как и там. Дискорд в последнее время тут достаточно не сразу приходит. Либо меня вот так потеряли даты, но все еще равно есть красный уровень. Шелавар. Блин, а у меня близко учился, я просто не работаю. Здесь мне тоже пригодятся. Какая разница? Одинаково. Когда трэш почистим, надо будет трэш здесь перебить. Блин, да ты за что переживаешь? За место в рекаунте или это? За то, что не захилишь кого-то? За то, что не захилишь кого-то. Вот сейчас ты переживаешь за место захилишь, в рекаунте. Захилишь. Никогда за это не переживала. Никогда. Ты-то меня точно знаешь. И если у всех будет по 200 усилков, ты их точно захилишь. Смотри, ты трэш-трейда была. Ты будешь жить, я буду на 8-м месте по ХПС, я буду рада. Сейчас посидеть. Я это услышала. Я это услышала. Думать о том, что захилить и не захилить одного человека, это бред. Ну как бы знаешь, если она не захилит одного танка, стоя на одном танке, ну это как бы вайп уже будет. Ну да, я в Т4 полностью. Она стоит один на один, грубо говоря, с танком. Не совсем. Либо кто-то из нас. После двух перьев там уже и рейд вступает в бой. Я сейчас приду, пока у нас добор. Суманите кого-то. Типичная хандра Хилас, нормально. А у вас такого нет, как у ДД, допустим, там, типа, борьба в рекаунте? Враска, ты тут? У нас нет по той простой причине, что на некоторых боссах может быть даже друид быть топ-1, на некоторых боссах может Холи Приз быть топ-1, а на всех остальных может быть ДЦ топ-1. И тут ты ничего с этим не сделаешь, это механика. А возможно, что ГМ хочет просто. Пойдешь пока класс в ретри? Да можно, мне по. Да, потому что это невозможно. Сколько надо хп? 200 усилков в стамину. Быстрее кинуть хил. Кто ты? Блядь, у кого инстант, кто ты выиграл. Браска, у тебя 42 тонны хп, думаю, тебе не надо. Нет смысла, короче, бороться в хп. Нет, я понимаю, но, допустим, тебе не обидно, допустим, ты играешь шаманом, а вот, допустим, тортик больше тебе дает. Нам обидно, если мы не выхилили и по нашей причине упадет рейд. Вот это будет обидно. Короче говоря, те, у кого раса Турен, могут скинуть 150 стамину, на этом попробуем пулить. А кто не Турен, всем сделать по 200. Нужно обратно лететь. Ну-ка, огненную Розария, подруби ауру. Какую? Огненную. О, хорош.
Просто ответ по хилам, смотри, хил может там бурстануть, нахилить больше всех и сядет по мане, а дальше рейд упадет. Смысл от этого? Тут не так, как в ДД. Это ты кому объясняешь? На кто спрашивал, будет ли обидно за то, что меньше нахилил, чем другой. Вообще не должно быть обидно, надо просто убить босса. Вот, вот, так мы так и говорим. Я в ДЦ забиваюсь в интеллект, чтобы мне меньше регенили манну. Потому что другим хилам она будет более важна, у меня у силков больше. Поэтому как бы я иду заведомо, зная, что я меньше нахилю, но я меньше буду проседать по мане. Вот смысл мне там, ну давай, вот, в прошлый раз попробовали, спекнулся, да, там хватает маны нормально. Оставьте портал, у меня камень, когда я скину тоже. Короче, ясно все с вами. Обидно может быть только если рейд спать ушел на этом. Сумоньте тех, кто усилки перебросил. Сотку, да, ты говоришь, или 150? Если полурен, то 150. А чё? Полурен, перекинь усилки, пожалуйста. Я 150 закину и чарку на сапрот к огню закину еще. А я всегда удивляюсь, а чё вы оставляете хп так? Чё постоянно перекидываете туда-сюда? Мы тестим, когда с однотраем, вообще все тестим. И триньки, и шмот, и усилки. А зачем? Ссылка, да, действительно, потом скидываем. Сражение захилится лучше. Нет, как раз будет хуже только. Оно абсорбится щитами. Когда у тебя выносливость, у тебя меньше усилков в СПД, и ты хилишь, соответственно, слабее. Для того, чтобы, например, захилить танками, нужно будет не одну волну кидать, а две или три. А сколько СПД один усилок дает? Два. То есть получается 200 усилков, 400 СПД, да? Да. Какой там феникс дизарм, да? Какого надо отворачиваться? Ну-ка, кто мне надо? Усталость. Усталость какая-то? Блядь. Смотрите, всех в рейд снаружи находится. От одного феникса, да, от усталости надо отворачиваться? Да. Все так же бьете, да? Так же по кругу воет. Все как раз. Ты был на убийстве, ты помнишь? Да, я спрашиваю, так ли это? Пати хилов — это вообще сговор группы лиц. Да-да-да. Они себя хилят в первую очередь, чтобы не сдох кто-нибудь. Хрен себе танк упадет, его поднимут. Не-не-не, я сначала хилю танков, потом хилов. У меня такой приоритет. Ну, видишь, поэтому я сначала хилю хилов, а танки это уже после хилов. Не, ну не на роботе там, который танк танчит, там его пробивают, там по нем по КД идет все. Чё, где Кит? Мне Жануэн тут в личку пишет. Крикни на ХП. Вы понимаете, да, значимость сов, как поднимается? Тут же люди командуют, значит. Еще вот сообщение, Кирсон писал 15 минут. Может, мы трэш, не? Если мы трэш убит. Там... А до робота тоже? Да что там трэш? Там фигня. На 5 минут. Ну, я предложила так-то просто. Не могу сообщение найти, сейчас в Discord напишу, узнаю. Правильно, главное кулак, ребята, шаманам. Это топ. Пошли на робота. Это чтоб ты, Полина, кулаком махала всем и говорила, а я вам дам. А-та-та, да. А-та-та, да. Чё, а Лара не без Кирса? Нам наоборот надо 24. Робота, кстати, да. Робота мы тоже не убьем без Кирса. 6 хилов же. Можно трэш почистить. Я тоже, да, предложила. Вроде безумно трэш. А Лара надо вообще убивать без усилков, как бы. То привык. Не ломай традицию, нам надо его всего лишь 24 убивать. Я постоянно без усилков, как бы.
Я предложил сделать только с учетом нерв саппорта. Одна тычка 350 тонна. У нас, ну, выживаемость — это всегда проблема. Одна больше трех. Чё там Согро? Чё там Ковар? Я пошутил. Это просто силы плохие, не закилили. А, да. Не, это там херовый, не пожалуйста, подкат. Чего там точку вам поменяли? Что хуже стало? Что там не хуже стало? Больше что там? Формулу сделали. Формула? Что за формула? Формула работает опять. Ну, 2 плюс 2, 4, это формула. Спасибо, Вася. Что, Ген, а как тебе соло? Все, возвращаемся. Чёрт. А после моба назад. Все, назад. Че, Кирс пришел? Типа, пойдем гулять, да? Обязательно. Моя старинная. Главное, не увлекайся, ДПС, там контроль, там все дела. Так, тихо, я сюда чё пришёл? Контролить. Ой, кстати, это, Ген, тебя плохо слышно, ну поговори. Я на... Сейчас я микрофон... Музыка для моих ушей. Сегодня луж не будет. Не, если он будет анонс, надо его громче сделать. Всё равно тихо, поговори, я настрою. Расскажи, зачем ты сюда пришел, я в настрой тебя еще раз повторю. Что-то поменяло? Вы как скажете, это расставлю рейд, наверное. Ой, я тебя прибавила, все хорошо, да, хорошо. Что ты по жизни? Тело. Расскажи, кто ты по жизни? Может, это кто-то другой, что-то кричит. А я это. Там пернатый. Прикинь, баба тебе в ответ пернатый по жизни. Что скажешь? Ля стачить долго будем. Платформа слева направо. Ковад первая, Монород вторая, моя третья, вот четвертая. Элбрил, ты в холле? Да. Да. Между первой и второй платформой находится у нас Розария, Мосса, Элбрил, соответственно, Шторм, Полина и Настя находятся с рейдом. Интересненько. Два шамана туда лучше не надо. А, ну хорошо, тогда лучше Мосса с рейдом. Мосса с рейдом, а Шторм между первой и второй. Там Мосса же нужен, чтобы не спалить. Блин, Рестер, Друид и ДЦ, они какое-то время будут хилить одни. Блин, так это больно будет. Вообще у нас есть... Холли, ДЦ, еще кто-то обычно на четвертой платформе стоит с рейдом. А там Шаман, Холли, Пал. Там обычно первая, вторая вы платформа. Вы всегда хилили втроем, это я Полина и убрил рейд. Хорошо, значит, вы втроем хилите рейд. Розария, Шторм и Мосса находятся между первой и второй. Супер. Танки хилы все услышали, бафаемся, пьем саппорт и пулим. Ой, хп как у танка, могу танчить РБК. А, 38 тысяч у меня тоже. Блин, ну если сейчас не будет хватать, я пойду на 150 поменяю, это боль. Все, заканчивайте владеть, очень много. Дай ручи на пул. Давайте сейчас первую, если
И трабл по два пускать. Предрочу. Кирс? Брона. Чего не хватает, Кирс? Готов? Драные сопроты. Поехали. Это с одной пушки. Народ рук сопроты. Пять секунд забираю. Да только 9 стаков. Пять секунд, 12 будет. Забирай. Вы четверых запустили просто, ребят, сразу. У меня такой вопрос. Чё, ты меняли после этого? Чё-то с ДПСом, по-моему, я не то, блин. Всё, что поменяли. Ты и что вы первые? Понятно, звездопад и по мобам идёт, всё нормально. По мобам, которые здесь не надо. Что-то никто ничего не говорил, никто не комментировал, а просто увидел 4 моба заходящих в босса и понял, что... Я же говорю, дайте... Как там мне отвезти было, он перекастовал. Чего? Там если их не законтролили, то там не мог... Вообще не контролили, вообще забили на контроль, походу. Зато ДПС у нас больше теперь. Это очень хорошо. Возможно. Может кто-то дживса поставить? Ставлю. Влага, вставай. Вылетел. Мне надо будет Шерлок срочно.
Лагается, пока лага вылетит. Мне сегодня премиум не ждать. Я промахнулась и проголосовала за X3. А какая разница? За какой сервер ты голосуешь? Главное, чтоб ник был правильный. Логин, точнее. Все правильно было. Знаешь, пройдет. На любой сервер дают премиум на 100%. Ты на дат, на аккаунт. Ой, это клево, ребят, вы меня обрадовали. Поставьте шкаф. Потому что у меня закончится он как раз таки через полтора часа, там, видимо, обновится. В целом можно и 205 или нормальный пойдет. Вот робота сомнительно. Рыба стоит. У меня кнопка пропала там, где мне должен быть гильдбанк. Поставьте гильдбанк, пожалуйста. Держи. Подожди. Нерчу на пул. Надо законно сопротивляться. Все, Вак, ты начинай, я просто проверил, как спул. Слышно меня, да? Да, слышно. Довольно тихо. В смысле, сейчас? Ну, тише, чем обычно. Тише, чем обычно? Да прибавьте его, кто плохо слышит. Я тебя хорошо слышу. Прибавьте просто. Я... Он да анонсить будет, какой ник у тебя? Гевка. Сейчас активацию микрофона попробую поставить пониже. Может, слетело из-за этого. Гена, все хорошо слышно. Окей. Там Мосса что-то пишет, не может войти вроде в канал или что. Не будем стоять. Вырубите стрим, пожалуйста. Минус пипот. Так может просто его перекинуть? Что он не может выйти? Где он? У Айзека уже сегодня такое было. Из-за того, что стрим работал, я его перекидывал в канал, его выкидывал из Дискорда. Кажется, это потому, что ты видеосвязь не можешь убрать с канала. Вот эту функцию. Еще раз верчу на пул. Его нет, ну, еще он спорта. Так и не зашел. Вон он тут пишет. Я вот слышу. Ну, может, он под другим никнеймом. Он сказал, что он слышит. Пусть идут. Дайте трое, пусть заходят, по одному дайте. Пусть идут. Отойдите боссы, пусть идут тоже.
то есть этих троих контрол. Да. Пусть идут. Ну, пусть идет отпустить сейчас и далее. Инер, кидайте по Несту. Ну, давай. Поставил ПТМ. По контроллеру, дайте. Гим на ХП отбрал. Пусть строит ходит. Ну, пусть идет. Контроллер, дайте. Сейчас пусть два циклона заходит. Забирай. И пусть идут. Отпустите все. Пусть там трое заходят. Два циклона пусть идут. Контроль дайте. Ад. Пусть эти двое идут, и потом два бана отпустят. Ну пусть идет. За боссом 4, дайте по ним контроль. ХП смотрите. Забрал. Надо дохлопнуть. Стопните. И стопните. Вот сзади там двое, пусть идет. Пусть пускай заходит. И переходка вон напротив. Не бейте. Вот пусть двое идут сейчас. Циклон дайте по заднему. Да, зря корни. Падение следующее нельзя, чтобы постоянно надо переводить. Диспел, пожалуйста. Переводим. Дал инер по полине. СС кому? Первый стоп-каст. Второй фир. Второй фир. Остальное надо знать. Перья пошли. Перебежали.
Три бана, Локи, да. Два бана дайте. У нас один запрыг. Два бана быстрее. Топ-каст. Отпускайте бан. Перья пошли. Топ-каст. Перебежали. Топ-каст. Следующий эфир. Фир. Перья пошли. Рядом как с этой лужей станется рядышком. Прибежали. Волок и сразу баны. Фир. Всех контроль у нас. Фир. Все, по рейду. Контроль дайте. Фир. Фире пошли. Перебежали. Фир. По задним дайте себе контроль. Про снова что-нибудь. На задней платформе ребята страдали. Лёте. Прыгайте вниз, чего вы так дрочитесь? Короче, из варов взял он полную хуйню. Варам теперь только ходы закрывать. У нас получилось как то, что на первом было 10 луж, да? А я не заметил, он что, начал каст, что ли? Если начал, то могло быть. Нужно, чтобы... Нет, не было начала каста. Ну, 5 мобов должно быть. По-моему, было... А, нет, нет, да, все правильно, было 5. Хуёво. Остаются в луже. Кто по ДПС там не варит. В смысле остаются? Нужно переводить так, чтобы появлялось 10 мобов, а не 5. Ты про какие лужи? Они же исчезают. Ну, я имею в виду то, что чтобы мы перевели так, чтобы потом на первом Феникс было не 5, а 10. Монород проще, да, но сейчас мы убили ровно, типа, за, грубо говоря, 10 мобов. Ты по второму стоп, не дохлопай в нем и все. Да там фишка не в том, там получилось так, то, что мы убили, перешли на второго и сразу 10 появились. Ну, блядь, не знаю. Фишка же мобов хлопать. Я хз прочёвываю. Первого убивается для того, чтобы освободить рейд, ну, ладно, от дебафа. Ладно, похуй, забейте. Можно бафы. Мы гера, кстати, когда даем? У нас две гера или одна будет? Можно где? Прям с пула сдать. Первая с пула. С пулой на последнюю, на четвертую, да? Ну, да.
У босса парочка пусть заходит, остальных контроль. Пусть сидят этот один. И роты сейчас пусть на меня. Пусть эта троица идет. Пусть идут. За боссом пусть заходит двое. Остальных контроль. Пусть идут двое. Дальних контроль, ближних двух, ближних выпуск. Отпустите ближний банк, переконтрольте на дальний. Ебать, контроль дайте. Вот двое, которые отбились, пусть заходят. Дальних контроль. Пусть заходит двое. Дверь. Ну, народ, подними Анкила. Под взрыв не встань. Да ну, я знаю, что Анкила. Перебежим, поднимем. Поднял. Народ линкует, что только что поднял. Дайте ребафка. Отведите босс. Пусть циклон идут, трусы. Дальних контроль, Близзард. Стопать надо. Стопнуть. После этого каста. Прибежали. Отпустите, блять, не держите. Три десятых, две десятых. Пусть вот двое пусть заходят. Фаза. Не достаю. Слишком далеко. Массакр, есть кого? Дай пока бежим. Не надо. Да. Блядь, Инер, твою экономику. Сейчас третий будет взрыв, прохильте. Маленький. Ксессы раздавали? Первый рассеянность. Фонарь, да, это будет. Второй какой?
Агро. Третий. Фир. Четвертый стопкрафт, по-моему. Да. Третий фир, да? Да. Перепушит. Рассеянность, да, это бизарм. Перебежали. Два бана дайте. Один заходит. Пускайте свои баны. Перепушно. Перебежали. Идем к следующему. По темах стоим, бьем. Перебежали. Два бана, чтобы было 100%. Два бана один. Лишний. Один заходит на нас. Опускайте свои баны быстрее. Перебежали. Пусть идут по воздуху. Да и не могу. Иры, по откату сразу будет. Сейчас будет. Пусть идут по воздуху. Дальше фир. Стоим, 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 ждем. Перья, ребят, перья, килы. Побежали. Сейчас появится. Фир, 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 фир. Забираем. А куда вы дальше? Что, у нас один заходит. Встаньте. Дайте иннер, хилить не буду тогда. Ура, дайте. Фир. Ебал, жок, мать. Тебя поставил. Пусть трое по воздуху идут. Один по тем поставил. Циклон, да, сейчас циклон пойдет. Перебежали. Фир. Фир. Че это? Пусть по воздуху заходит. Фир. Пусть там тоже по воздуху заходит. А этого контроль стан пропишите какой-нибудь. Перья. Перебежали. Двое, которые в мелизоне, сразу. Они всех контролируют. Настрой, ребят. Они цирк. Контроли дайте. Первый. Пусть циклон заходит. Перебиваем. Перья стоим тут. Перья. Перебежали. Этот стоп-каст. Не забирай, ладно. Геру прожми. Бустим. По воздуху пусть идут. Вот один пусть сразу заходит. Стоп-каст. Да нормально. И это тоже пусть по воздуху заходит. Подкат. Перья. Пусть заходит по воздуху двое. Перья, побежали, ребят, побежали, вы чё?
Порешал, через 20 секунд кинь номер, пожалуйста. Каст, каст. Подкаст. Да, тут незуч. Амир, поставь руты. Сергайте, там хуйня. Пусть заходят двое. Что мы хотим? Каст. Перья. Ну и Сакрус кого-то. Отдал. Подпал просто. Дал крик. У меня вопрос. Кто на третьей платформе под боссом, под этим, блядь, разлёвываешь? Измени. Хуй знает. Там две лужи было под... Там одна лужа была. Прям, блядь, под Феникс. Почему я по КД кидал зажигание маны? Это что за группу? Давайте сам полезный лут. Ну да, я сролю только когда никому не надо. Кава, ты последний, понимаешь, из всего рейда, даже с замены. Ну, это судьба. Кстати, ну ладно, не последний. Помогло. Дайте котенка Айзеку чисто, чтобы... Должен, Жужин, лучше бы ты контроля больше давал. Очень коварный Айзек. Че, он вообще не контролит ничего? А вот этот топор не лучше, чем зов на ПВП? Нет. Я от него контроль вообще не вижу, типа. Зато он стабильно 30-очку знает. Кто там говорил 24 тела? Вот, ребята, в 25 убили. Не, кто? Хотя не, Анкила все-таки откинула один раз. И да, Настя, Элбрил остался жив. У Евки 47 корней отдано. Это, ну, урон от корней. А, да, она кричала, чтобы тебе, ну, там, дали эшес, ты лично дох. Спокойно. Оставляем весь негатив за рейдом. 47 корней, блять. О, ты как никто знаешь, сколько негатива у меня к ней. Все спокойно. Типа я и Энджи вдвоем давали корни. Жужин, это кося. Жужин, блять. Кто будет? Что вы там? Вот сзади. А каким образом Жужин набил 7 лямов по элементали? Ну, блять, совы будет не отбалансировали. Конечно, я понимаю, там Starfall, что ли, так? Не Starfall, а УЕшная вторая обилка. Она разве не по области цели? Ну ты можешь, блять, на другого кинуть, типа замультидотить, у тебя будут стаки прям нон-стопом накручиваться. Ни хрена не понял. Кава, ты типа на ретре. Одноручку. Да просто так погонять. Ну там типа Кирс на третий спех хочет на. Просто так погонять я бы порой. Не существующего Энха. Да, да, да. Почему он не существует? Я ему заметку поменяю, да. Типа заметка зола. Танк аспект типа. Погонять. Кирс это на транс хочет. Кирс, как тебе мифический боевой казах, а? Элбрил прочитал. Мужики, откройте, пожалуйста, стрим. Так скучно ждать. Там выкидывают людей просто. Понятно. Я включу, если кто-то будет жаловаться, я не буду больше включать. Хорошо, включи, пожалуйста. Будешь сейчас смотреть, как трэш бьет? Будешь трэш посмотреть. Это мгновенно скучает.